Я бы назвал его светлый праздник после Пасхи. Почему? Да. Потому что народ избавился от фашистского ига, стал свободным. Они бы, мы все бы были рабами. И трудно сказать, кем бы вы были сегодня, понимаете? Поэтому я благодарен всем тем ветеранам, которые положили голову, которые воевали за наши счастья, которые сегодня, дай Бог им здоровья, живы и так далее, чтобы они радуясь этой жизни хоть как-нибудь. Поэтому праздник 9 мая, главное, что мир над нами. Чтим память тем старикам, которые воевали, и мы после них тоже воевали. Вот это сегодняшний праздник. Вот все наши предки, мои дедушки, украинские, молдавские, они воевали, тут много не скажешь. Благодаря им мы живем, все. И они готовились к этому празднику заранее, все свои медали, ордена начищали, зачищали. Это был самый великий праздник для них, то же самое для нас, для меня, для правнуков теперь. Это святой праздник, это начало мирной жизни. Для нас это самый большой, наверное, праздник. Мы здесь для того, чтобы помнить, вспоминать все, что сделали для нас наши предки, наши деды. Вспомнить те времена, которые были тяжелые для них. И на сегодняшний день этот мир, эта свобода, которая, в котором мы живем. И спасибо, и благодаря вот им мы уже 77 лет живем в мире и в покое. Мне нравится этот праздник, это довольно очень хорошо. Я поддерживаю этот праздник. Приятно знать, что многие люди тоже, даже молодежь, празднуют этот праздник и пришли сегодня здесь. С Днем Победы! Ну, это, во-первых, благодарность нашим предкам. Именно благодаря им мы сейчас живы, мы можем дышать воздухом. Для нас это всегда был самый святой праздник, который не оговаривается ни при каких условиях. Поэтому это отдание памяти и огромная благодарность. Ну, это праздник нас всех, это праздник наших предков, и забывать мы это не можем и не должны. Поэтому мы все здесь, и каждый год мы сюда ходим. День Победы, дедушка воевал, что еще сказать? Это День Победы и добра над злом. Память нашей семьи, мы помним наших героев, без вести пропавших, и, как сказать, это для нас часть семьи. День памяти. День памяти. Это победа над фашизмом. Зива Бирвинци, зива Печи, зива солидаритеции оамилор дин тоата лумя, кари се лупта пентру паче, пентру фрумусеце, пентру бунатате, пентру драгосте, ну пентру контрафашизмului ша нацизмului. Acestea sunt două molimea societății noastre care au fost distruse în 45 și 9 mai a fost simbolul nostru și o să rămâie simbolul nostru, lupta pentru pace în primul rând. Pentru cei vii și pentru cei plecați, pentru ostașii noștri care au luptat, datorită lor noi astăzi ne-am născut. Datorită lor noi suntem gospodari, suntem artiști, suntem academicieni, deputați, senatori și guvernanți și academicieni, da. Și Dumnezeu să ierte pe cei care nu sunt cu noi astăzi. Și ceea ce facem noi astăzi este amintirea noastră sfântă pentru cei care nu sunt astăzi cu noi. Dumnezeu să ierte ce Hristos a înviat pentru cei răposați, ostași ai neamului nostru moldovenesc. Așa că nimeni nu poate să ne interzică să sărbătorim această zi, că a fost mult așteptată, 4 ani de zile și 25 de milioane mai mult au murit. Это память наша. Это если мы забудем о прошлом, то не будет будущего. Этот праздник очень важен. 9 мая – это вообще праздник очень важный и великий. Его нельзя никак трогать. Это священный праздник для всех людей. Это, в первую очередь, победа над фашистскими захватчиками. Это праздник священный. Это праздник наших дедов, ветеранов, тех людей, которые защищали нашу Родину до последней капли крови. Это те люди, которых сейчас, к сожалению, осталось очень мало, и которых надо уважать, любить и ценить. И, к сожалению, так уж происходит, что нынешнее поколение очень мало знает о них. И когда их уже не станет, когда уже их вообще не станет, то мы будем должны воспитывать следующие поколения в правильном русле, рассказывать о них, показывать фотографии, рассказывать о всяких исторических событиях,
То есть воспитывать правильную молодежь. 9 мая – это день памяти. У нас воевало 4 деда. У нас один погиб в Польше. Все остальные, слава богу, дошли до Берлина. Это наша память, это наша история. И если мы забудем историю, то ничего дальше не будет. Спасибо огромное за то, что мы имеем мирное небо, за то, что нет у нас фашизма, за то, что мы можем жить и радоваться жизнью. Мы, наши дети, наши правнуки. Огромное спасибо. Самое главное, чтобы никогда мы не забыли этот подвиг, который сделали наши деды, наши отцы, наши бабушки. Мир – это самое главное. Будет мир, будет все. Я здесь, потому что сегодня великий праздник Победы. Моя гражданская позиция – сохранять память героям, которые воевали за наш мир, за наше будущее, за наше мирное небо над головой. И для того, чтобы не забывать о войне, мы должны иногда, хотя бы в этот великий праздник Победы, прийти и почтить память всем героям, которые пали во время Великой Отечественной войны. Это была самая жестокая, самая кровавая война на земном шаре. В ней участвовало 62 страны. Только в Советском Союзе погибло 27 миллионов человек, а по всему земному шару 41 миллион человек. И чтобы забыть их подвиг и не чтить память, это просто забыть о них. Совесть не позволяет забыть их, потому что они воевали ради нас, ради нашего будущего. Спасибо им и низкий поклон за их великий подвиг. Воевали мои деды. У меня мама родом со Сталинграда. Она переправлялась через горящую Волгу, когда у них был разбомблен дом. Она была в эвакуации. Воевали мои дедушки, бабушки. Поэтому это праздник Победы, это праздник Победы моей семьи, праздник Победы над нацизмом.